Друзья, всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления блинчиков на минеральной воде. При минимальном наборе продуктов получаются тонкие, ажурные, а главное, очень вкусные блинчики. Вы никогда не догадаетесь, что они постные. Для приготовления нам потребуется газированная вода, мука, сахар, соль, ванилин, растительное масло. В миску просеиваем 300 грамм пшеничной муки. Так она больше насытится кислородом, и наши блинчики будут еще ажурнее. Добавляем 2 столовые ложки сахара, пол чайной ложки соли, 1/4 часть ложки ванилина. Все хорошо перемешиваем. В муку аккуратно добавляем минеральную воду. Вводим ее постепенно и хорошо работаем венчиком. При желании можно использовать миксер. Размешиваем все до однородной консистенции, чтобы в тесте не осталось комочков. Минеральная вода отвечает за дырочки в наших будущих блинчиках, поэтому приобретать нужно только сильно газированную. Она создаст обильную пену. Добавляем 4 столовые ложки растительного масла. Я использую рафинированное, без резкого аромата. Если вы считаете, что тесто получилось слишком густым, то можно добавить еще минеральной воды. И самый важный момент. Даем готовому тесту постоять минут 10-15 перед началом выпечки. Хорошо разогреваем блинную сковороду и первый раз смазываем ее маслом. Наливаем тесто и распределяем по всей поверхности сковороды. Жарим 1-2 минуты на среднем огне. Аккуратно при помощи лопатки переворачиваем наш блинчик и поджариваем вторую сторону. Вот такие мягкие и ажурные блинчики у нас получились. Так как блинчики не имеют яркого вкуса, поэтому они прекрасно подходят для фарширования. Но их можно есть и просто так, дополняя медом, сметаной или вареньем. Ставьте лайк, если понравился ролик. Оставляйте в комментариях ваши любимые рецепты блинчиков. И не забывайте подписаться на канал. Всем приятного аппетита! Крепко целую, ваша Маришка!